Последний звонок – один из самых больших праздников в любой школе. Если ученики младших классов знают, что после наступают летние каникулы и с нетерпением ждут его, то выпускники ожидают с грустью и некоторой растерянностью. Ведь впереди, после экзаменов, они вступают во взрослую жизнь. И последний звонок – это порог к ней. Первая школа многие годы отмечает этот праздник на центральной площади города. Их школа большая, а двор маленький, учеников больше тысячи. Они на линейке занимают всю площадь. Открывает праздник заместитель директора Ольга Николаевна Шишлонова. И сразу на площадь выходят первые учителя выпускных классов под гром аплодисментов. А следом идут главные виновники торжества во главе с классными руководителями. 11-й А. Ведущие называют лучших учеников, и получается, они все лучшие. Следом на площадь выходит 11-й Б, и тут одни отличники, победители всевозможных олимпиад, а это замыкающий выпускной 11-й класс В, и тоже каждый ученик – гордость нашего города и района. Аплодисменты звучат не смолкая, выпускники занимают свое место на школьной линейке, и сразу звучит гимн России, и через площадь торжественным маршем проходят знаменосцы школы. Первое слово выпускникам директора школы. Самые главные сегодня все-таки наши выпускники 11 классов. Вы все сможете, вы все сумеете, потому что вы лучшие, потому что вы первые. Но главное, пожалуйста, помните о том, что бы ни случилось в жизни, оставайтесь всегда хорошими, добрыми и порядочными людьми. И, пожалуйста, возвращайтесь в наш город, чтобы сделать его лучше. Возвращайтесь в школу работать. Мы вас всегда ждем. Всегда. Пригласили ведущие к микрофонам и гостей праздника. Идти по жизни честно, с высоко поднятой головой и доказать, что нет выше и почетнее звания, чем звание гражданин Российской Федерации. А этот небольшой дождик, который был сегодня с утра, путь станет единственным и самым серьезным препятствием на этом пути. А вот и долгожданное напутствие выпускникам от самых маленьких. По утрам я делаю зарядку, и гантели даже приобрел. Пусть я только первоклашка, скоро стану богатырем. Ничего, мы скоро подрастем, всех девчонок ваших отобьем. Мы от всей души желаем в институт вам поступить и закончить на отлично, школы честь не уронить. Станем мы достойно сменной, нам еще идти. Ну а вам, дороги верной, всем счастливого пути. Малыши не только словами провожали старшеклассников, советами в большую жизнь, но и подарки очень нужные приготовили. Выпускники в ответ поблагодарили школьников и учителей. А вот и он, последний звонок. Сразу два, чтобы все видели, все слышали. Как только закончилось мероприятие, начал капать дождик. Поэтому всю линейку мы провели в спокойствии, в радости. И, конечно же, немножко пуская слезу, смотря на все эти трогательные моменты выпуска людей, молодых, из школы. Линейка была потрясающая, красочная, вальс просто... Просто супер. Приятно было посмотреть на такое подрастающее поколение. Сегодня самый счастливый день, наверное, в жизни каждого ученика. И каждый, наверное, чувствует себя очень одухотворенным, возвышенным, потому что наконец-то настало то время, когда можно уже отдохнуть заслуженно. И потом снова работать. Я хочу, чтобы все хорошо провели это лето. И осенью пришли со знаниями, начитанные, грамотные, чтобы у всех все было хорошо и светило мирное небо над головой. Всем первоклашкам удачи в учебе, всего хорошего, и чтобы они добивались своих целей. Дорогие учителя, извините, пожалуйста, нас за все плохие моменты в жизни школьной. Желаю вам удачи, хороших учеников,
и счастья. Вот я закончил школу. Я хочу пожелать вам удачи, терпения у будущих выпускников и всего самого наилучшего. Пока! Ура! Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.